В Чебоксарах открываются весенние ярмарки. В эту субботу они начнут работать на трех площадках. В торговом комплексе «Николаевский», на рынке «Шупашкар», на Северной ярмарке. В течение месяца горожане смогут приобрести у местных аграриев сельхозпродукцию, а также саженцы фруктовых деревьев и рассаду. Места для торговли будут предоставляться бесплатно. Торжественное открытие ярмарки состоится 22 апреля в 11 часов.